Состав заходит на генеральную уборку, чтобы продолжить путь в обновленном виде. Этой весной предстоит отмыть 11 таких поездов. Численность подвижного состава Самарской подземки – 46 вагонов. МКТ-80 – так называется специальное моющее средство. В ходе обработки химия идеально разъедает грязь даже на сложных участках поверхности. Следов, пыль, вот это все когда с маслом друг на друга напрессовывается, и, соответственно, простой водой это не смывается, а путем вот химии все разъедается. Но краска не портится абсолютно ни на вагоне, ни на тележках. Мытье вагонов в метрополитене – дело стратегически важное. Не только потому, что от чистоты вагонов зависит комфорт и настроение пассажиров. Каждый вагон регулярно проходит техническое обслуживание. Если обнаруживаются малейшие дефекты, его отправляют на ремонт. Для этого необходима идеальная чистота. Интерьер вагона приводится в порядок практически ежедневно. Как минимум раз в месяц моется сам вагон. И два раза в год проводится генеральная уборка тележки, на которой стоит вагон. Это необходимо для проведения комиссионного осмотра. Обследование тележки проводится дважды в год, даже если внешний вагон выглядит абсолютно исправным. Между тем, некоторые вагоны уже выходят на финишную прямую. Самарской подземке исполняется 30 лет. Это значит, что часть подвижного состава к 2018 году подлежит полной замене. К нам поступает очень много различных предложений и иностранных производителей, но для самарского метрополитена это невыгодно, потому что нужно перестраивать всю ремонтную базу, обучать заново работников. И тем более у нас вагоны только одна часть выходит, как подходит к концу срока эксплуатации, а другая часть будет продолжаться эксплуатироваться. И для идентичности ремонта и эксплуатации мы закупаем примерно такие же вагоны, только с более модернизированными, так сказать, устройствами и узлами. От Алабинска и до Юнгородка лишь на первый взгляд далеко. В метро путь значительно короче. Ежедневно порядка 100 тысяч пассажиров пользуются этим видом транспорта в Самаре. Дальнейшее развитие метрополитена зависит от денежных возможностей метростроя. При должном финансировании строители могли бы сдавать по станции в год. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События.